Витископ. Если федерации удается создать какой-то, ну, скажем, пул саппортеров, да, там, тех, кто помогает виду спорта, то федерация начинает получать, ну, какую-то свободу в каких-то вещах, более-менее финансовую. Да? Вот. Но это очень тяжело сделать в наших экономических реалиях, поскольку бизнесу не дано официальное право свободно распоряжаться частью там, своего налога на прибыль, как это в большинстве развитых стран, по усмотрению, по собственному усмотрению. То есть бизнес выступает в роли налогового агента, который сам решает, куда он часть предназначающейся государству своей прибыли отдать непосредственно. Да? То есть не полностью все до государства, пусть оно решит. А государству отдать там 99%, 1% отдать туда, куда я, как налоговый агент, уже как бы конкретно решу. Вот, вот на этот вид спорта, или этой общественной организации, или этому музею там, и так далее. Витископ. Спортивное видео.